Да я на вас вообще стригся. Пизда. Что-то новенькое. Сегодня у меня такое хорошее настроение, что аж захотелось все снимать, просто все. Потому что я сейчас еду в магазин покупать шапку. Мне чего-то на днях, ну вот прям капец, как захотелось купить шапку одну. И вот я сейчас еду за ней. И это, наверное, будет повседневный влог, в котором я просто много пизжу. И что-то показываю. На удивление, сегодня даже солнце на улице. Охуенная погода. Приехал в один конец города, чтобы просто на полминуты зайти в торговый центр и купить себе шапку. Серого цвета осталась последняя. Я забрал последнюю, мне очень сильно повезло. На камере как лох какой-то. Охренеть, первый раз вижу, что у меня на районе что-то там снимают. Какое-то телевидение, перекрыли сзади дорогу. Фильм какой-то или шот. Всем доброе утро. Помните, я говорил, что буду разбавлять бухаловки с обычными влогами? Так вот, сегодня тот день, когда я хочу это сделать. Я уже давно не тусовался, не пил. И сейчас я проснулся, хочу себе приготовить завтрак. Стоп, а с утра это завтрак или нет? По-моему, да. И что я обычно себе готовлю есть? Иногда я там просыпаюсь, банан возьму, покушаю, чай попью. Либо сделаю омлет. Я очень сильно люблю омлет с сыром. Мне очень нравится. Это, в принципе, с утра очень легкий завтрак. Это так смешно, кому я это рассказываю? Может, вам это не интересно? Блин, ну а вы же хотели, чтобы типа я не бухал. Вот я не бухаю, держите. Тарелку. Как я готовлю омлет? Как все обычные люди. Разбиваем яйца. Еще я вчера забыл вынести мусор. И у меня уже вот здесь вот накопилось. Здесь нужно это все вынести. Эх, ваш любимый блогер засранец. Так, теперь берем вилку. Эту всю массу расколачиваем. Я теперь буду как блогер-повар. Всім привіт! Це передача «Кулінарні викрутаси». Вот так вот, хуярим на максималках. Теперь берем какую-то приправу, так как соль просто, ну, неинтересно, невкусно. Вот. И вот так вот. А знаете, что я начал материться? Я просто заметил, что я что-то в этом влоге не матерюсь, и вы думали, что я не буду материться? Нет, блять. И самое главное, это берем сыр. Оп. Оп. Я просто отрезаю кусок. Потом я эти кусочки беру и вот так вот дроблю, ломаю, крошу. Чик, чик, чик. Просто реально, я сейчас сижу на карантине и, блин, девушка уехала, друг на работе не может выйти. Короче, тупо сижу дома и не знаю, куда себя деть. В зал хочу пойти, в зал денег нету. Бомж. И что? И ничего. Приходится тупо сидеть дома, жрать, смотреть YouTube и все. Домашний влог. Пишите, кстати, в комментариях, интересно ли вам смотреть, как я вот этот что-то делаю, пизжу так много. Кому-то интересно, кому-то неинтересно. Помню, один чувак, Кирилл его зовут, писал в комментариях. Да, чувак, неинтересно, что ты пиздишь много и все такое. А какая-то девушка ответила, типа, а мне наоборот нравится. И непонятно, как разделяться на аудиторию. Одни хотят смотреть, другие не хотят. В общем, да, и это все выливаем просто в сковородку, и все. Что еще показывать? Приготовлю, продолжим. Я уже почти доел и забыл про то, что должен вам же показать, что я дальше делаю. Дальше вот у меня есть такая супер поставочка на картонке. Ставлю здесь телефон, и вот так вот все время я кушаю и смотрю что-то в Ютубе. Кстати, недавно наткнулся на канал, это не реклама, я даже не буду говорить название. В рекомендациях высветился какой-то чувак, проверил бездомного на доброту, типа упустил кошелек, бездомный его подобрал и не себе забрал, а сказал, возьмите. Этот чувак из-за того, что тот не себе забрал, а вот так вот отреагировал и хотел вернуть человеку, решил ему очень сильно помочь, снял ему квартиру, купил еды, повез в реабилитационный центр на капельницу, чтобы он не пил больше. Ну, короче, интересное такое. Вообще, я в Ютубе очень мало кого смотрю. Очень мало. Ну, само собой, Андрея. Даже старые ролики, когда уже нету новых, мне нечего смотреть и никто ничего не выпустил, то старые ролики смотрю. Потом вот этого вот чувака начал на днях смотреть. И все, там еще парочку.
Омлет, кстати, получился очень вкусный. А сейчас я хочу сходить подстричься, потому что давно не был в парикмахерской. Я вообще люблю дома стричься, так как сейчас нету возможности подстричься дома, нужно идти в парикмахерскую. Потому что я не люблю других людей, каких-то незнакомых, подпускать свои прически, так как ты говоришь одно, а они тебя стригут по-другому. То, что делают в парикмахерской, ну, очень редкие случаи, что мне может понравиться та прическа, которую они мне стригут. Но я надеюсь, что сегодня такого не будет и меня нормально подстригут. Но это только надежда. Да, вот такие вот дебильные у меня будни. Ни о чем. Просто влог. Может, влог назвать ни о чем. Я все-таки, сука, вынесу этот мусор. На улице сегодня так сижу. Как вам мой новый образ? Аж холодно стало. По бокам лысый. Парикмахерша сказала, что я безбашенный. Не знаю почему, будто бы люди так не стригутся. Но она говорит, что у нее так еще никто не стригся. Скажем так, для меня этот образ — это тоже что-то новенькое, потому что я каждый год что-то новое придумываю. Вот в этом году, который был, ну вот этот, который заканчивается, я на вас вообще стригся. Менять себе что-то нужно. Пизда. Я теперь как Гуф. Знаете, Гуф все время с такой прической ходит, лысый и в капюшоне. А йоу, ака, вот вам два колпака. Понял, что лысый мне не нравится. Сейчас похожу так, если мне так понравится, буду все время так стричься. Я не могу просто подобрать себе свою любимую прическу. Сегодня день чила. Решили просто выйти похавать пиццу. Ищем какую-то лестницу. Там Гапи говорит, пиздатое место, можно спокойно посидеть. Правда, он не знает, где оно находится, и мы сейчас в поисках. Ходим здесь уже, кружляем минут 20 туда-сюда по Воздвиженке. Не знаю, где мы. Ну, мы как бы сюда пришли, но с таким трудом, что просто капец. Да выше, выше. По сути, мы сейчас будем есть пизженую пиццу, но не за то, что не заплатили. Мы за нее заплатили, просто мы ее не заказывали, потому что заказывать это нужно стоять минут 15. И там кто-то себе заказал, мы подошли, смотрим, типа, ну, раз уж не одну заказал, то можно одну и спиздить, вот. И мы взяли себе. Сейчас будем здесь сидеть, балдеть. Сидр, пицца. Сидр, пэдэ. Что можно вытащить еще лучше. Ну да, романтический ужин. Иуда. 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 Гапи фоткается как педик. И прическа у него как в педиком. Ну, у меня тоже как бы не лучше, но... Гапи педик. Гапи, фоткай, пидорас, блядь. Фоткай, блядь. 7%, блядь. Блядь, блядь. 7%. Красиво? Всем спасибо за просмотр. Алло. Алло. Хаю-хай. Алло. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому очень сильно нравятся мои видео, отсылайте их своим друзьям. Это будет для меня лучшая поддержка, так как сейчас в Ютубе в тренды на влогах вообще никак не подняться. Но с вашей помощью, если вы начнете друг другу отправлять, там, типа, посмотри, посмотри, то вы реально мне очень поможете. И в прошлом влоге я говорил, что тот, кто больше напишет комментариев, я ему передам привет. Больше всего написал комментариев Василий Влог. Ну, просто я не знаю, какая фамилия, он не писал, просто Василий Влог. Привет, Василий Влог. Все, всем до скорых встреч, всем пока, всех люблю, там, целую. Ты что, ебанутый или что?